Ронин нашел сокровище. Мы гламурные солдаты. Вот как соль сыпет. Три подписчика. Привет, ребята. Привет. Иванов Петров Сидоров. Пойдем повоюем немножко. Телочки тебя нормально смотрят, да? Да, ой, девчонок у меня очень много. Не то, что у тебя. Ну, у меня серьезная девчонка. Завистливая херня. У тебя 13-летняя? Вот, нельзя ругаться, да? Нет, у меня маленький. Здравствуйте. Вся Россия, весь мир, all the world. Узнали этого парня или нет? Смотри, на фоне неба, как я брутально кажусь, смотри. Классно. Вот так и работаем. Что там, кто там? Пишу, что ты задал... А почему тебя Романович назвали? Ты Романович? Или тебя с кем-то путают? Идем к режиссеру. На войну. К Ольге Субботиной. Не хочется. Сейчас заставит нас воевать. Вот думаю, очки в тему или нет? Остаться в них? Усы-то хорошо. Знаешь, как говорят, свежие. Женька Пронин, партнер мой, играет, ох, хлопочет, ребята, уф. Увидите на Первом канале скоро «Два берега», как Пронин хлопочет, как во всех других проектах. Да ладно, тебя грохнут и все. Тебя быстро грохнут. Меня быстро грохнут, это правда. Может быть, это нельзя говорить, что тебя быстро грохнут. Мы же не сказали, в какой серии. Ну да, быстро. А вдруг я выживу? Быстро в 64-й. А еще 172 без меня. Ты не смейся, это усы отклеить. Или ты свои трассы? Это мои личные. Усы победы. Мы же 41-й, 45-й победили. Тогда и сработали. Тогда и сработали. Всех. Усы победы. Ай! Ай, что? Сейчас, покажи, где мы будем. Вон наши декорации. Окопы. Окопы идем к ним. Окопыч! Ой, нельзя поедать. Кристина, отстань от нас, пожалуйста. Мы уже озвучим. Дай нам спокойно с людьми пообщаться. Там вопросы задают или просто люди? Да, задают. Смотри, привет. Привет. России. Знаешь, как, будет ли это... вообще? Что будет ли вообще? Будет? Смотри, вообще вот, будет? Может так вот? Смотри, солнце слепит. А я вот в очках. Мы сейчас в Таджикистане, все знали. Мы сейчас в Таджикистане. Граница Узбекистана, Таджикистана. Под Москвой. Сразу. Как? Тут так не скажешь, что под Москвой. Сейчас покажу вам окопы наши. Фактически реальные боевые условия. Ладно, друзья наши, мы пойдем вешать звук. Немножко постреляем, повзрываемся, поубиваем. Мне придется кого-то подушить и порезать. И лопаткой убить пару человек. Но я справлюсь. Все, всех целую, обнимаю. Нет, Олю сейчас покажу. Ольга Субботина, наш режиссер. Вот она. Ольга Субботина. Хотел прилюдно сказать вам спасибо за работу. Я не поддерживаю этот нарциссизм. Неважно. Постоянно снимать себя. Не постоянно. У вас первый Поэтому раз. Лучше сниму я. Снимите меня, пожалуйста. Да, сейчас сниму. Ну ладно, пойдем мы поубиваем, постреляем, повзрываем. Сашку будем убивать. Сашку? Ваш еще поживет. Я еще пока поживу. Да. Ваш. Спасибо. Товарищ. Как его зовут? Герой-то ваш. Меня? Назар. Назарка. Назар. Назарыч. Назар. Все, пока. Назар, ответишь за базар?